Всем привет! Вот опять я с почты, на почте пришел. Пришли какие-то три посылки даже сразу. Ну, первое, упало. Жене такие вот шарики цветные. По идее, они должны, когда включаешь розетку, разными цветами мигать или гореть, не знаю. Опоздали они на целый месяц. Вот, к Новому году их ждали. Ну, на всякий случай, ссылку внизу оставлю, может, кому-то надо будет. На следующий год заранее заказывайте, если кому-то вдруг чего-то. И что-то еще, две какие-то посылки. И хороший целлофан, качественный. Фиг откроешь, фиг порвешь. Так, что у нас там пришло? Пришел вот такой вот чудный MP3 плеер с Bluetooth. Вот. Не понял, зачем провод этот нужен. Не знаю. Ссылку оставлять, не оставлять. Ладно, разберемся, посмотрим, что за он. У меня создается крайне такое впечатление, что они прислали вообще не то, что надо было. Оно сильно похоже, ну, совсем не на то, что я хотел. Ладно, разберемся, посмотрим. Я просто не могу понять, зачем вот это. Если он блютусный, зачем нужна вот эта штука? Ладно, это разберемся. Проверил все-таки вот это вот чудное устройство. Оказалось, все-таки то, что надо. Что-то я сразу как-то немножко подразочаровался в нем. Что оно делает? То есть, по факту, у нас в нем есть линейный выход, а не вход. Все как и должно быть. Дружим это устройство с телефоном по блютусу. В нем есть микрофон. Получается, что можем использовать как Bluetooth громкую связь. Но для того, чтобы его правильно использовать, нам надо еще, значит, что сделать? Надо, чтобы либо был усилитель, либо подключить его к магнитоле через линейный вход. Ну и тогда, в общем-то, у нас появляется Bluetooth. Магнитола можно играть с телефона и использовать как громкую связь в машине, если нету этого по заводу. Цена крайне смешная. По звучанию, в принципе, довольно сносно звучит. Ссылка, как я говорил, будет находиться внизу под видео. И третья посылка. Ух ты. Очередной брелок. Игрушка для взрослого дядьки. Вот такой вот чудный брелок. Называется Multitool. Весит тяжело довольно. Я что-то думал, что он будет легче. Вот что в нем есть в комплекте. Всякие головки по кругу, но это, наверное, более наша тема. И один вот такой вот в комплекте, еще одна такая головка лежит. Зачем, непонятно, крестовая вроде есть. Ну, наверное, чтобы сильнее крутить. Ладно, посмотрим, разберемся. Тут всякие вон зацепы, защелочки, звездочки, вот такое вот чудо. Ссылка тоже будет находиться внизу. В общем, короче, не знаю насчет полезности этой посылок. Ну что ж, будем разбираться. Наверное, самое полезное это то, что жене пришло. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если видос оказался полезным. До скорых встреч. Пока-пока.